Написали, на работе всегда все говорят, не работаю, а деньги получаю. Хотя я знаю, что пахать не обязательно. Ну, мое мнение про работу. Не забросайте меня тапками. Я вообще не люблю слово «работа». Для меня слово «работа» — это, знаете, как раб. Это вот запахали, с утра до вечера на кого-то пашете, получаете какие-то малые проценты от того, что вы делаете. Шеф набивает, сидя на кресле в своем шефовском карманчик, очень хорошо. А вы вот это пашете с утра до вечера, пришли с работы, упали, поспали, проснулись, опять на работу, и так проходит ваша жизнь. А, ну и чтобы там вообще вы не сдохли, простите за выражение, вам дают еще 30 дней отпуска в году, чтобы вы один раз поехали куда-то в отпуск. И все, и счастья нет предела. Ну, это же просто развод лохов каких-то. Почему надо работать на кого-то, получать 10%, если вообще с выгоды, если вы можете работать на себя и получать полностью эти деньги? Да, это ответственность, но это ваше. И поверьте мне, так, если вы начнете работать на себя, вы начнете намного больше получать кайф от этой жизни, и денег придет больше. Но, конечно, не все работы, есть не все профессии, которые ты можешь работать на себя. Можно работать и на кого-то, но тогда важно понимать, что это на самом деле твое призвание, что ты идешь на работу, ты кайфуешь от этого, что ты по-другому не можешь. Вот тогда можно и работать. Конечно, нам нужны врачи, конечно, нам нужны медсестры, все, кто нас обслуживает. Нам очень нужны эти люди. Но все-таки вот эта система, она так построена, что рабочих, к сожалению, проигрывает. Их просто используют. Это тоже рабство, только вот там чуть-чуть бросают денег, чтобы с месяца на месяц прожить. Но очень печальненько. Поэтому я за то, чтобы, особенно мы женщины, мы должны точно делать только то, что нам нравится. Мы должны делать то, что вот у нас любовь рождает. Мы должны заниматься творчеством, радовать этот мир, украшать этот мир. Тогда деньги идут. Нас тут такой обманщик есть. Нам говорят, работайте много, и будет много денег. Я еще ни одного шахтера не видела, который работал много, чтобы он стал миллионером. И вижу много миллионеров, которые отдыхают, гуляют и при этом наслаждаются жизнью, и при этом к ним идут миллиончики. Поэтому самое главное найти дело, которое приносит кайф. И вот когда вы кайф получаете от вашей работы, тогда и денежки пойдут, тогда и клиенты пойдут. Вот в чем секрет. Но не количество часов проделанной работы. Ах, вот, это по теме работы. Поэтому тут такое дело.